Наступила долгожданная весна, а вместе с ней пришла всеми любимая масленица. Ежегодно этот народный праздник отмечают вкусными блинами, веселыми играми, песнями, танцами и хороводами. Первыми в районе масленицу встретили на территории Христорождественского храма села Беседы. Там была организована занимательная программа для детей. Бояре, мы веничком его, молодые, мы веничком его. Двигается сырная седмица, когда все люди готовятся к посту, к великому. Ну и, естественно, хочется ребятам, вот да, мы работаем с детьми, просто объяснить, что подготовиться к посту нужно по-разному. Да? Нужно хорошо отдохнуть, можно набегаться, наиграться, напрыгаться. А пост – это же каждый лишает себя чего-то того, что ему очень нравится, или то, в чем он готов совершить подвиг. В этот день ребята с удовольствием играли в ручеек, водили хороводы и принимали участие в русских народных забавах. Все как-то сближаются, все такие веселые, ходят, сытые, добрые. И, ну, позитивное все очень. А в завершении всех подготовленных развлечений Анна Шмелева-Михайлова познакомила детей с масленичными традициями, рассказала, как нужно вести себя в праздничную неделю и к чему необходимо готовиться.